Ну чё, решил, короче, немного прогуляться. Там подцапались чутка с Дахой. Да нормально все, короче. Сбрей свои усы, повзрослей, не будь голубем, найди нормальную работу. Ну и прочая всякая вот эта шляпа. Короче, решил немножко голову проветрить, ну, чтобы, так сказать, мысли там вылетели. Короче, ветер — это какая-то просто невероятная лечебная такая стихия. Вообще все вмиг просто. Ну чё, можно и к дому двигать, может, помиримся. Ну, влюбился я, типа. Но она, конечно, она невероятная, она такая, у нее и, ну, блин. Чё я Дахе-то скажу? Да, вот это. Что, да ничего. Чё-то как-то не подступиться. Может, намекнуть как-нибудь? Брось музыку, слушай. Что такое? Ну, так захотелось. А, я тут подумал. Я ей подарочек сделаю. Задобрю, так сказать. Ну и потом так тихонечко. Ну и норм будет. А, ну, короче, покажи. Вот такое колечко, короче, подарил, ну, рада? Ну, рада, конечно, там, радуется, не нарадуется, там, короче, ну, они такие штуки любят. И вот, мне что еще, вот такая мысль пришла, офигенская вообще. Я их познакомлю, Даха увидит и, ну, все сама поймет, она такая, как бы, в этом плане вообще, девчонка-то... Мы в Новую Голландию идем? Да не идем ни в какую Новую Голландию, что это вообще? Ну, вон. Что? Ну, видишь? Ты нормальный? Как не видишь-то? Я вообще не очень понимаю, что происходит. Ну, поняла же, что происходит. Как ты едешь-то? Река. Вон стоит.